Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня будем готовить очень вкусные слойки с мясом и кабачком. И вот такие продукты нам понадобятся для их приготовления. Вот такие аппетитные румяные мясные слойки с кабачком у нас получились. Обязательно попробуйте приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!